Для поздравительного слова на сцену приглашаются начальник управления культуры администрации города Пятигорска Васюткин Дмитрий Владимирович и директор городского дома культуры номер один Васютин Антон Юрьевич. Добрый день, уважаемые гости и сегодняшние именинники наши. Мне действительно очень приятно сегодня, в этот день, когда в городе, кстати, не одно праздничное мероприятие, завершающим аккордом и таким ярким, побывать сегодня здесь, в нашем городском доме культуры, на юбилее народного ансамбля танца «Фантазия». Вы знаете, я познакомился с творчеством этого коллектива около года назад. То есть это небольшой срок, но, тем не менее, вот за этот промежуток времени я понял, что это очень яркий, очень самобытный, очень эмоциональный и яркий действительно на нашем пятигорском культурном пространстве коллектив. Это действительно очень неравнодушные люди, это очень профессиональные участники этого коллектива, которые действительно своей энергией, своим профессионализмом и отношением к делу заражают позитивом, добротой всех зрителей, которые приходят на их выступления. А без их выступлений не отходится ни одно городское крупное мероприятие. Потому что действительно это умницы, это профессионалы своего дела. Мне очень приятно, что действительно на нашем культурном пространстве Пятигорска есть такой замечательный танцевальный коллектив. Мне очень приятно сегодня быть на этом празднике, поздравить вас и прежде всего, конечно, Ирину Николаевну Корнилову, которая является основателем такого коллектива, с вашим таким маленьким круглым юбилеем первым, да? Я хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, длительного творческого пути, улыбок и оваций зрителей и новых творческих побед. И позвольте мне вручить от Управления культуры администрации города Пятигорска благодарственные письма вашему коллективу. Я награждаю благодарственным письмом руководителя ансамбля Корнилову Галину Николаевну. Благодарственным письмом награждается Беленко Светлана Анатольевна. Благодарственное письмо вручается Габриэлян Эмми Григорьевне. Благодарственное письмо вручается Гавриловой Татьяне Васильевне. Благодарственное письмо вручается Ивлевой Таисии Геннадьевне. Благодарственное письмо Лазьяновой Ирине Ивановне. Благодарственное письмо вручается Лучковской Нине Федоровне. Благодарственное письмо Леоновой Людмиле Станиславовне. Благодарственное письмо вручается Синько Татьяне Филипповне. Благодарственное письмо вручается Соколовой Елене Юрьевне. Благодарственное письмо вручается Фроловой Елене Вениаминовне.
Благодарственное письмо вручается Лукашук Светлане Павловне. И награждается почетной грамотой за активное участие в жизни городского дома культуры номер один имени Андрея Дмитриевича Дементьева Савченко Мария Владимировна. Костюмер. Но мы, тем не менее, назвали, и человек прозвучал. Спасибо. Галина Николаевна, уважаемые коллеги, фантазия, с праздником. Я с вами меньше года, но я вижу, что этот коллектив участвует во всех мероприятиях городских. Ни одно мероприятие без вас не обходится. Всегда великолепные концерты, всегда великолепные отзывы у публики. Поэтому здоровье. Молодцы, что находите время. Я знаю, как это тяжело найти свободное время для того, чтобы заниматься чем-то помимо основной деятельности. В общем, здоровья, творческих успехов, всего вам самого лучшего. Мы будем продвигаться, развиваться, увеличиваться и улучшаться. С праздником!